Вот именно здесь, в этом додзю, мы с Олегом ощутили, что карате – это действительно восточный вид боевого искусства. Ну, нет в наших залах, вот в русских, украинских, да каких угодно, европейских, американских, нет такого духа, духа будо, который царит в зале, где занимаются вот эти японские студенты. Здесь начинаешь по-настоящему понимать и ритуал рэй, ведь не случайно говорят, что бунуми ти, рэйни охадзимари, рэйни овару, все начинается с поклона и кончается поклоном. И полностью ребята отдаются этим занятиям. И даже порой начинаешь осознавать, что многие термины, которые мы произносим так часто в своих залах, да неправильно мы их говорим. И вообще японцы не говорят этого. Стоит, безусловно, стоит тем, кто занимается карате, обязательно хотя бы раз посетить настоящий зал японского каратэ-до. Этот юноша, почти двухметрового роста, как оказалось, впоследствии сын сенсея. Мы об этом не знали, он нам об этом сказал уже после тренировки. Ну и в заключение, после трех часов непрерывных занятий, сборная этого университета показала нам выступление свое, командное выступление «Ката Унцу». Обратите внимание, как слаженно действуют ребята. Причем, вы знаете, вот сейчас вы смотрите, так сказать, чистовой вариант, но в процессе тренировки сенсей постоянно останавливал их, делал какие-то дополнения, подправлял стойки, корректировал удары, дыхание, даже крик, вот этот крик знаменитый «Киа», концентрация «Киме». Сенсей все время показывал, как, что нужно делать. В результате вот ребята оттачивают свое исполнение до совершенства, доводят его. И данная демонстрация показывает, что действительно нет пределов этому совершенству, что можно делать, делать и делать, и с каждым разом будет все лучше, лучше и лучше. Демонстрация самой формы завершена. Сейчас будет показан «Бункай», расшифровка «Ката Унцу».
заканчивается демонстрация. Безусловно, молодцы ребята. Ну, конечно, это не супер чемпионское выступление, но тем не менее очень и очень достойно. Учтите, что перед этим они 3 часа беспрерывной тренировки провели в этом додзё. Показали кота, показали бункай, просто молодцы. На это девчонки показывают свою технику, тоже бункай кота унсу. Красиво, согласитесь, безусловно, очень-очень красиво и очень здорово. Закончилась тяжелейшая тренировка у сенсея Масао Кагавы. Вы сами все видели, и мы тоже видели, насколько это было здорово, насколько трудно и с какой отдачей работали студенты. В начале тренировки вот это зеркало было чистым. Я уже спросил об этом сенсея. В конце оно все запотело. Здесь видно усердие, здесь видно приложение сил, видно приложение сердца всех студентов. Вот это и есть настоящее кокуро, может быть. А вечером после занятий сенсей Масао Кагава пригласил нас в старую-старую сушницу, суши-бар, куда обычно не заходят туристы. И здесь, в беседах о карате, мы спросили хозяина этого бара, был ли сегодня утром он на рынке Цукиджи. Он сказал, конечно, я был там и купил замечательного тунца, так что вполне возможно, здесь, в этом суши-баре, вечером мы слопали того самого тунца, которого снимали рано утром. Такое вот получилось коро-коро, колесо, карусель событий первого дня в Токио.